Заботимся о природе, помним каждого героя. Городской округ Щелково принял участие в ежегодной экологической акции «Лес Победы». Площадкой для нее в этом году стал участок в Воре-Богородском лесничестве вблизи СНТ «Клюквенный 2» на Фрядновском шоссе. Сосны высаживали на большой делянке размером в 1,6 гектара. Эта акция стала ежегодной. Она проводится уже несколько лет. Это наша память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, в годы Второй мировой войны в том числе. Вот. Это воспитание нынешнего молодого поколения, поскольку здесь у нас участвуют и дети, и молодежь, которая еще учится в школах, в вузах, везде. И через 3-5 лет мы уже увидим результаты работы на этом участке. Участников акции проинструктировали сотрудники учебно-опытного филиала учреждения «Мособллес». Рассказали о том, что нужно делать, чтобы саженцы прижились. Чтобы прижились, в первую очередь надо их хорошо утоптать, чтобы они у нас были притоптаны, корни у них были не сухие. Не надо их заглублять и не надо сажать по несколько штук в одну лунку посадочную. Для жителей акция «Лес Победы» не только экологическое мероприятие, но однозначно еще и активный отдых, а также замечательный праздник для души. Это очень полезное дело. Во-первых, потому что мы сажаем лес, это раз. Во-вторых, мы работаем руками и видим плоды своего труда. Это два. Мы будем проезжать мимо, смотреть, как растут наши деревца, радоваться. Когда возрождают вот это все, тем более, которое приурочено к победе, лес победы, вы понимаете, это очень-очень значимое, хорошее событие. В этот день сажать сосенки приехали не только семьями, но и коллективами щелковских предприятий. В акции «Лес Победы» приняли участие более 20 работников Щелковского водоканала. Для нас это очень важное мероприятие, которое объединяет и трудовой коллектив, и жители, и многие муниципальные службы, которые здесь присутствуют. Поэтому мы все, как говорится, с удовольствием всегда рады принимать участие в таких акциях. В акции «Лес Победы» приняли участие более 100 щелковцев. Они высадили более 4000 саженцев сосны. Благодаря их усилиям, примерно через 5 лет здесь существенно изменится экологическая обстановка. На ранее пустующем пространстве будет расти красивый сосновый лес. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.